главное в этом не только роль ГИБДД, которая будет останавливать там, массовые проверки, осуществлять, а роль общества. Ведь все же прекрасно знают в небольшом населенном пункте, что условный Васька, когда, значит, выпьет рюмку, а может быть стакан, может сесть за руль. И Ваську-то надо остановить. В момент того, что когда он пытается сесть за руль. Понимаете? И вот это и профилактика, и надо однозначно заниматься. Ваш же канал мне жизнь спадает. Я вам еще раз сказал. К вам применены средства. Уйди.